Короче, посетили сейчас Пирожковую, Московский проспект 92-94. И народ там, конечно, очень прилично. Посмотрите мою вставочку видео. Прескурант вот такой, вот как я показываю. Сейчас сидим вот на лавочке тут во дворе, кушаем пирожки, пьем кофе с молоком. Ну, я бы сказал, если честно, на троечку сытные пироги, пирожки. Единственное, что, ну вот, сладкие, да, там с повидлом, да с яблоком еще более-менее. А вот сытые вот эти все мы с рис с рыбой, какой-то с мясом или с чем-то, да. Ну, в общем, все это, конечно, похоже, как оно было, но как-то без души сделано, на мой взгляд. Поэтому такой вот быстрый обзор вот этой пирожковой советской на Московском 192-94. Конечно, если у вас есть время и желание, обязательно посетите ее. Здесь это без базара. Там антураж прикольный, часики всякие советские. Все советские, можно и там покушать при желании. Посидеть. Это то же самое, как на УДЛТ, да, есть же, как она, старинная вот эта, пышечная. Ну и здесь, видимо, раньше была тоже когда-то пирожковая, хотя я не уверен в этом. Может быть и была. Исторически здесь я не помню. Если в пышечной я был там 100 раз в детстве, то здесь не помню. Здесь, наверное, не был. В любом случае, обязательно заезжайте, приезжайте. В Санкт-Петербурге много интересных мест. Если вы из Питера, не из Питера, все равно интересно посетить такое место, как вот это пирожковое на Московском 192-194. Ну, а на вкус и цвет товарищей нет, как говорится, мы оценили на троечку. Всем мир!